Это Страж-2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это важный шаг, Кормак. Ты нанесешь Атласу прямой удар. Хватит прятаться в тени. Понял, Страж-2-3. Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. Понял, Тихвин. Встречаемся с хранителем 5 в точке сброса и берем груз. Страж-2-3, конец связи. Активируйте магнитные захваты. Так, Митчелл, пора эту птичку сажать. Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам, на подходе ГБР «Атласа». К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Страж 2, срочно перебрось груз на хранителя 5! Они пунктуальны, надо признать. Thank you.
лучше не бывает. Кингпин, как слышно? Твою мать. Слишком глубоко забрались. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Ладно, пошли. Свет. Холодает. Термосистема в костюмах еле справляется. Просто лед. Все чисто. Продолжайте сканирование. Там внизу страшный. Ты это слышал? Дом одиночку долго не протянет. Отряды не отозвались. Чем глубже мы продвигаемся, тем слабее наш сигнал. Илона, тебе те, что справа внизу. Я беру те, что слева. Мичу, тебе двое наверху. Целься, Мичу. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся! Нам нужно найти выход на поверхность. И поскорей. Мы можем пойти отсюда по течению. Не думаю, что у нас есть выбор. Я пойду впереди. Митчелл за мной. Илона, прикрывай с тыла. Термозащита в такой воде долго не протянет. Следи за своим термометром. Вода поднимается. Нужно найти выход. Я вижу свет впереди. Придется нырнуть.
забрать их! Их быстро! Вперед, вперед! Чисто. Я вижу впереди выход. Не останавливаемся. Родитель 5, это Страж 2-3. Как слышите? Страж 2-3, где мы, черт возьми? Нас атакуют! Большие потери! Нужно выходить срочно! База не отвечает! Это дым. Это наверняка вертолет. Давайте, надо идти! Смотрите под ноги! Ветерок уже чувствуется! Впереди противник! Дроны! Кингфи, это Страж 2-3. Приближаемся к их местоположению. Как поняли? Огонь из земли, Митчелл! Контакт. Прямо по курсу. Черт, они взяли груз. Кингпин, это Страж 2-3. Хранитель 5 погиб. Груз у вас. Идем на перехват. Слышу вас хорошо. Высылаю на вашу позицию транспорт. Я пойду вниз, попробую их выманить. Илона, убирай тех, кто отстанет. Илона, открывай огонь, как только окажемся на позиции. Взять груз! Митчелл, они возле груза! Прикройте меня! Стреляю! Цель снята, все чисто. Сюда! Надо пробиться! Не давайте этому СВВП взлететь! Враги с запада! Пошли! Мы должны взять этот груз! Mm-hmm.
Поверь мне. Гидеон? Атлас-1. Докладывайте. Да, Атлас-1. Хуарес и Майклс погибли. Что? Только сейчас, Гидеон? Ты мог уйти из Нью-Багдада с нами. И хлопали бы ушами вместе. Вопросов было слишком много. Я должен был найти ответы. Айронс планирует предупредительный удар по США. Он втайне разрабатывал биологическое оружие. И мы должны пойти за тобой? Хотел бы он нас убить. Нас бы уже не было. Айронс предал все, во что я верил. Я хочу закопать его не меньше, чем ты. Хочешь остановить его, доберись до груза. Ладно. Тогда веди нас. Митчелл, Кормак, хватайте стингера и прячьтесь. Бейте его! Вызывай эвакуацию! Быстрее, Митчелл! Сейчас все рухнет! По дороге гости. Везем для беседы. Корма, конец связи.